Заречье. Хутор в Хохольском районе Воронежской области. Входит в состав Яблочинского сельского поселения. В хуторе имеются две улицы – Калинина и Мира. Численность населения на 2010 год составляет 17 человек. Я думаю, сейчас там еще меньше людей. Хутор выглядит практически покинутым, но располагается в удивительно красивом месте с большими залежами мела и меловой дорогой, идущей по дну оврага. При умелом руководстве здесь можно было бы добывать очень много мела. Название «Заречное», по моему мнению, идет от того, что хутор находится прямо за рекой Рассошкой. Рассошка – это река в Воронежской области России, правый приток Девицы. Длина реки составляет 15 километров, площадь водосборного бассейна – 192 квадратных километра. Река берет начало в селе Большая Мездрянка, на реке находятся населенные пункты Лавров, Михнева, Визноватовка. Когда-нибудь я тоже там обязательно побываю. Устье реки находится в 55 километрах по правому берегу от реки Девица. По данным Государственного водного реестра России, относится к Донскому бассейновому округу. Водохозяйственный участок реки – Дон, от города Задонск до города Лиски, без рек Воронеж и Тихая Сосна. Речной подбассейн реки – бассейны притоков Дона до впадения Хопра. В интернете очень мало информации об этом хуторе. Если кто-то располагает какими-то данными, можете прислать. А так посмотрите этот ролик под красивую музыку. Спасибо!